Всем привет! Я вот это видео снимаю для своего мужа-рыбака. Почему у нас после рыбалки рыбки приезжают домой 10 и 15 сантиметров, а вот эти большие почему-то ловят другие люди. Вот это называется толстолобик. Чтобы вы видели его размер, вот моя рука. Где наш толстолобик? Почему к нам вот такие рыбки домой приезжают? Вот такая рыба еще водится в Алтайском крае. До свидания.